Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас, если я правильно прочитаю, Purses с композицией Bodyguard. Название группы не уверен, что прочитал правильно, а вот Bodyguard Телохранитель точно прочитал верно. Группа, если я не ошибаюсь, из Таиланда. У нас такие тоже тут бывают. Ни одной Южной Кореи едины. Поэтому, как обычно, все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. И мы начинаем. Сразу отмечу, бас такой немножко, такой с подпрыгивающим питчем, так, сразу добавляет такой, знаете, небрежности и дерзости композиции. Ну и, кстати, визуальный ряд, когда показали какие-то протезы железные, я думал, что может какой-то киберпанк проскочит, но вроде нет, но такие железные протезы обычно как-то относятся именно к тому, что я говорил выше. Но не обязательно. А еще, как большой любитель ориентальных мотивов, я никогда не обламываюсь, слушая тайские группы, потому что у них везде почти есть эти ориентальные мотивы, что не означает, что они все одинаковые, нет, просто у них это традиционная музыка, и поэтому мне прямо это все очень импонирует. Прекрасно. Такая вот легкая загадочность Востока есть. Что еще можно сказать? По-царски зачитывают. Отличная дикция. Прекрасная подача. Она же флоу. И да, если кто-то хочет докопаться, Юго-Восточная Азия, хорошо. Но все равно Восток дело тонкое. И они между собой очень здорово гармонизируют, то есть, опять же, тембры голосов разные, но прекрасно сочетаются между собой. Первый раз вижу эту группу, поэтому стоит подчеркнуть про голоса отдельно. Отдельная вставка такая про голоса. Как я уже сказал выше, и в рэп они умеют, и в отдельные партии. И хором они все вместе здорово поют, ну и гармонизируют, соответственно, тоже. Что сказать? Прекрасно! You took my heart, took 그런 없다. 거루와 같아, made I, oh yeah. I'll be your man, give all that I have. Can't have all man, I'll be there for you. Tell me again, tell me again, tell me again. Bodyguard, bodyguard. Bodyguard, bodyguard. Made me crazy, come guide to carry my good to believe it.
Прекрасно. Еще хочу отметить локации съемок. Очень интересно. Начали рынок, потом вот какие-то вот огромные здания, дворцы, что-то, какая-то вот архитектура местная. Великолепно. Хотел бы посмотреть на это своими глазами. А так, группу, естественно, переслушаю, и можно отметить, что здесь достаточно интересно написаны композиции, что есть много элементов, которые поддерживают интерес в плане динамики, то есть что-то меняется, где-то появляются у нас определенные элементы перкуссии, где-то что-то проигрывается дополнительно, то есть песня не звучит просто как монолит из четырех ударов бочки. Нет, здесь все дышит, но при этом есть ядро. Так что будем слушать, будем посмотреть. А пока что список бустеров. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока живы вы, жив я, светит солнце и луна. Будем сотрудничать. Далее, бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если хотите поддержать каналы, помочь чеканным рублем, чтобы трехмерность автора сохранялась. Ну и выход роликов фактически от этого всего зависит в это тяжелое заблокированное время, сами понимаете. Те, кто понимает мою речь, точно знают, о чем я говорю. Далее, другие каналы. MP Reviews, K-Pop Новости, обязательно смотрим, подписываемся, рассказываем другим, потому что это новости, просто новости. Без визгов, оров и всяких там обожаний или ненависти, кого бы там ни было. Умеренно. MP Entertainment. Музыка, созданная в одно лицо, спетая в один рот и сведенная в одни уши. Вот этими руками. Телеграм-канал, чтобы не теряться. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.